В среду Станислав Воскресенский ставил задачи по развитию сельского хозяйства. В четверг на повестке дня – здравоохранение и поступательные шаги в этой отрасли. А зачин у нового начальника департамента Ирины Березиной действительно неплохой. Удалось переломить негативную статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас за январь-май снизилась на 15% по сравнению с январю-маю прошлого года. Отчасти этого удалось добиться благодаря тому, о чем мы с вами говорили и работали, как раз по изменению подходов к маршрутизации. Современные подходы к лечению инфаркта миокарда основаны на применении ангиографических процедур. Данным оборудованием в регионе располагает только областная больница. С начала года пациентов с острым коронарным синдромом для оперативного лечения доставляют только туда. Правда, большому количеству жителей губернии ехать за квалифицированной помощью приходится более 100 километров. Путешествие такое, что скрывать, может стоить жизни. Было принято решение о создании центра ангиографии на базе Кинешемской центральной районной больницы. Установка оборудования планируется в ноябре текущего года. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке помещения, процедура по приобретению ангиографа. Это позволит перемаршрутизировать на центральную районную больницу Кинешмы пациентов Кинешемского, Заволжского, Юрьевецкого, Почешского, Вичугского и Лохского районов, а также городов Кинешмы и Вичуга. По поручению Станислава Воскресенского в этом году направлено дополнительные средства в размере 398 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования. В приоритете то, без чего обходиться невозможно. В 10 муниципалитетах, например, отсутствуют маммографы, при том, что смертность от рака молочной железы в онкологии в лидерах. В этой связи в числе первоочередных приобретений будет поставка маммографов. В настоящее время осуществляется закупка 3 стационарных цифровых маммографов в городскую клиническую больницу номер 4 города Иваново. Аппарат будет установлен в августе текущего года в Приволжскую центральную районную больницу, установка в октябре текущего года, и в Южскую центральную районную больницу. Аппарат будет установлен в ноябре текущего года. Кроме того, купят 2 мобильных маммографа, что позволит еще больше увеличить охват пациенток. Раннее выявление рака планируют таким образом довести до 70%. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.